Вы на канале новости БП. На кадрах видно, как четверо молодых человека несут флаг Казахстана. Причем маршируют они не в такт. Голос за кадром критикует парней за неотработанные действия. Неизвестно, являются ли знаменосцы военнослужащими или курсантами. В комментариях некоторые пользователи осудили парней. Позорище, ужасно, это в первую очередь неуважение к воинской службе со стороны их офицеров, студенты. Форма старая, прическа не по уставу, обувь даже не уставная, написали они. Других позабавила ситуация. Да уж, строевая хромает. Смеялись от души, такое редко увидишь, у нас в ауле коровы иногда объедались хмеля. А потом ходили вот так же, писали комментаторы. Фиксация жоқ болды. Туды ап шыққаннан кейін адам сияқты ашу керек қой, не деген мынау, не мынау? Аяқтарыңа? Аяқтарын қарашы. Шыңғас болған, шыңғас жоқ адам. Андреев болған, Андреев көтерсе біреу қойып жатыр. Ағаш емес, нормальныйларын қойсаңдаршы, нормальныйларын.